Я говорил, если мы будем работать вместе, то обязательно найдем нефть. Теперь мы заживем, и вы тоже. год. Нефть, найденная вблизи Виндрово-Сити, перевернула жизнь тихого городка. Гонимые нефтяной лихорадкой его заполнили толпы искателей легкой наживы, торговцы, игроки, авантюристы всех мастей. Нефтяная лихорадка вторглась и на землю индейцев. Темные дельцы, не имея разрешения правительства, начали выкачивать из ее недр черное золото, уделяя исконным хозяевам лишь жалкие гроши. Но и эти гроши после нищеты резервации казались индейцам сказочным богатством. Представляете, индейцы в экипаже. Чудеса. Ну и времена. Thank you.
16. Вы посмотрите только. Эта краснокожая свинья еще мухлюет. Шериф просил тебя передать, чтобы ты не охотился так далеко. Всякое случается. Черт знает, что такое. Вот именно. Убито 4 вождя индейцев, подписавших договор. Все это неспроста. Но как доказать? Может быть, покажем им, а? Что ж, покажи. Мы нашли это на том месте, где произошел обвал. Ну и что? Как что? Значит, обвала не было. Кто-то специально все это подстраивает. Ерунда. Рекфордов шнур есть только у нефтеискателей. Поиск начинать нужно оттуда. Джинни, может, ты займешься этим? Ну, конечно, займется. Он только об этом и мечтает. Попытаюсь, шериф. Может, повезет. За судьбу своего племени можешь не волноваться. У вас денег теперь, наверное, столько, что и девать некуда. У нас нет денег. Рассказывай сказки. Вы получаете кучу долларов за то, что на вашей территории добывают нефть. Элиссон нас каждый раз обманывает. Маклорен боится Элиссона. Остальное ты в вигвамах узнаешь. Ты бы не мог мне объяснить, что все это значит, Хенк. Кто-то на меня наговаривает, а ты рад разнюхивать за моей спиной. А чего ты так волнуешься? Ты ведь не виноват? Конечно, нет. Но все же мне было неприятно услышать это от Маклорена.
А теперь послушай, что я тебе скажу. Какие отношения у тебя с индейцами, это твое дело. Но пойми, если они пришли ко мне жаловаться на тебя, что ты обманываешь их, я, естественно, обязан этим заняться. В чем дело? Митч! Митч! Иди сюда! Митч! Кэрол, скорее доктора. Кажется, он жив. Помоги мне. А, беда. Не везет никак с помощниками нашему шерифу Джексону. Ты прав. Я послал Джинни и надеюсь, деньги на этот раз попадут к Шушонам. Стоит ли обращать внимание на жалобу индейцев? Не понимаю, о чем они пишут. Я сам разберусь. Шериф, твоего помощника тяжело ранили, но доктор говорит, что он выживет. Может быть, тебе что-нибудь надо узнать у него? Что с ним, доктор? Он потерял много крови. Но, думаю, все обойдется. Он все время без сознания? Да. И тревожить его не следует. Так что с вопросом вам придется пока подождать. Хорошо. Доктор сказал, что Джинни не мог сам себя перевязать. Может, это важно? Это правда, доктор? Да. Во всяком случае, я так думаю. Но абсолютно быть уверенным не могу. А с индейцем ничего не случилось? Он вез кучу долларов. Я не знаю, шериф. Джинни ведь ничего не мог сказать. Черт побери, я поймаю этого мерзавца. Я вздерну его на виселицу. Видел, кто это сделал? Я слишком поздно пришел. Шериф обещал мне, что вместе с ястребом он пошлет нашего бледнолицего друга Джинни. Он тоже убит, отец. Черный барс. Ястреб должен был привезти нам деньги из Виндриви-Сити. Где они? Я не знаю. После нашего договора о нефти бледнолицые убили 5 вождей. Скоро настанет такой день, когда наш народ останется без вождя. Твои слова говорят о неуважении к своим отцам. Вы нам обещали, придет Эллисон. И все тогда будет по-другому, мы станем жить лучше. Sehr schlecht, wir haben gehungert. Aber geht es uns seitdem besser? Плохо.
Сейчас мы едим досыта. Но нас убивают людей. В наших вигвамах поселились вражда и зависть. Неужели наши вожди не видят, что Эллисон обманывает нас? Большой совет вождей одобрил договор о нефти. Зачем он это сделал? Он хотел, чтобы народ шошонов жил лучше. Может быть, Ма недоволен, что мы тогда не посоветовались с ним. Эллисон не обманывает нас, он большой друг шошонов. Договор с мистером Эллисоном дал шошонам деньги. И мясо для наших вигвамов. Но мясо плохое, а денег слишком мало. Если мы хотим жить, как живут люди, то мы должны работать вместе с бледнолицами. Но только на равных правах с ними, как они нам обещали. Едем с нами в Виндрово-Сити, отец. Добрый вечер. Здравствуйте. Вам нужна комната? Да, но кровати, надеюсь, у вас не скрипят. У меня очень чуткий сон. Вы как будто уже останавливались здесь. Возможно. Ах, да. Вы же охотник на пушного зверя, не так ли? Говард? Крис Говард. Память у вас хорошая. Вы к нам надолго? Может быть. Пока не знаю. Möglich. Извините, как долго я смогу прожить на это? Месяца два, мистер Говард. Позаботьтесь, пожалуйста, о моей лошади, мисс... Эрл Кэндлер. Хорошо, ее отведут на конюшню. Таге. Caroline. Na, nicht bei mir. Добрый вечер, Митч. Добрый вечер. Шериф просил разрешения повесить это у тебя. Ты не возражаешь? Виски. Сделай ему такое одолжение. Опять объявлен розыск. Требуется новый помощник. Он предлагал мне, я отказался. Так можно вешать или нет? Вешай, вешай. Требуется помощник шерифа $12 в месяц. Если бы он стал помощником шерифа, то он бы не дожил до своих лет. Довольно. Вы не могли бы это спрятать у себя? Я отнесу в сейф. О, у вас есть даже сейф? Конечно. О. Напиши расписку. Хелло, Говард. Какой ветер вас сюда занес? Жажда, Кендлер. Жажда. Прежнего помощника он уволил? Его подстрелили. На смерть? Нет. Но он был на волосок от смерти. Благодарю вас, мистер.
Он живет через две комнаты от вас. Извините. Это Джесси. Ей не повезло. Ее мужа убили вместе с одним из вождей Шошоном. Тогда здесь тоже повесили объявление, что требуется помощник шерифа. С тех пор она работает у Митча. Да, вот такие дела, мистер. Если у вас есть желание, можете к нам присоединиться. Прошу. С удовольствием. Мое имя Крис Говард. А мое Легерет. Наш посредник у индейцев Маклорен, Кит Керни, старший мастер у моего босса, мистера Эллисона. Сто. Я воздержусь. 200 и 100. Ты пасуй. Ну-ка, покажите. Мистер Говард, вы, кажется, нервничаете. Не играю. Чтоб ты не огорчался, я угощу тебя виски. У меня фуль. Покер. Еще сыграем? Позвольте, я за него сыграю. Мой босс, мистер Эллисон. А, нефтяной король. Говард. Митч, новую колоду. Хорошо, мистер Эллисон. Сдавайте. Сколько? Одну. Три. Ставлю 1000. 1000 и откройте. Флэш. Ничего.
Ну, мистер... В чем дело? Увы, проиграл. Я всегда к вашим услугам, мистер Говард. Вы поступили неосторожно, Говард. Нельзя оставить все свои деньги, играя с Эллисом. Благодарю вас, Гаррет, за сочувствие, я как не переживу. Das mir mein neuen Job suchen. Чего это тебе вдруг в голову взбрело искать себе работу? У тебя же есть деньги. Где ты так набил свою умку? Ну, что все это значит? Может быть, в наших горах? Там как раз сегодня стреляли. Вам лень, а денежки вам подавай. Работать надо, а не бездельничать и глазеть по сторонам. Эй, вы, обезьяны! Вы что думаете, я шучу? Das solltest du nicht noch einmal tun. Denaik, was ist hier los? Unsere Leute beschweren sich. Es ist eine Schande, dass sie sich abschuften müssen, während die Indianer auf der faulen Haut liegen. Отправляйтесь по местам. Мы правильно делаем. Мы охраняем нефтяной промысел. Таков договор. И мы не собираемся отказываться от него, Томагав. Ты соображаешь, что делаешь? Хочешь навлечь беду на нас всех? Займись делом. Иди и успокой своих людей, вождь. Мы едем в Бендрево-Сити. Чем могу вам служить? У нашего шерифа в последнее время расшалились нервы. Его пугает даже скрип досок листа. Бен, как всегда, преувеличивает. Я Крис Говард. Знаю. Мне говорили, что ж не вечер. Вам обошелся слишком дорого. Я читал объявление, которое вы повесили. На это место много претендентов? Вы бы хотели... Помогать вам. Почему? Мне нравится здесь. Нравится. Только поэтому вы и пришли ко мне. Всего хорошего. Я вижу, что я ошибся, шериф. Слишком много вопросов. Минутку. Вот если бы вы так же владели оружием, как языком, Говард. Решение готовы. Бен, подашь команду. Огонь! Случайно?
попадаю, как видите. Ну и шутник же! Надеюсь, ты понимаешь, на что идешь. Риск чертовски велик. Охотиться за бандитами опаснее, чем на зверей. Конечно, но так можно оторвать руку. За твою звезду. За твое здоровье. Я вчера был в резервации. Вождь Ястреб мертв. Он с твоим предшественником вез Шошоном деньги от Элисона. Знаю. Индейцы ничего не могли мне сказать. Деньги же пропали. Окажи мне небольшую любезность. Поезжай в отель и привези мне из сейфа мою сумку. Ага. Ну, хорошо. Этот небольшой кусок шнура нашел Бен. Остальная часть, очевидно, пошла на то, чтобы убрать мужа Джесси. Попробуй выяснить, откуда он. Я иду к шерифу. Черный Барс, ваша делегация уже здесь. Это молодой вождь Шошонов, его отец глава Буйвола. А это мой новый помощник, Крис Говард. Где ты взял их? Я их нашел на том месте, откуда убийца стрелял в моего брата Ястреба. 60-й Генри. Довольно редкое оружие. Не знаешь, у кого оно имеется? Нет. Пожалуй, ни у кого. Вот, мистер, ваша сумка. Hello, Барс. Я уже видел твоего коня на улице. Это деньги Шошонов. Я услышал выстрелы. Побежал туда. И увидел Джинни. Около него лежал мертвый индеец с этой сумкой. Больше никого не видел? Нет. Я опоздал. Ты говоришь, мы компаньоны. Но как ты объяснишь, что жди Шошонов, твои партнеры, гибнут подряд один за другим? Сильный и здоровый. Наша доля становится все меньше, а нефть из нашей земли течет все больше. Народ Шошонов ждет от тебя твоего ответа. Мы у вас требуем свои права. Мой народ настаивает, чтобы вы соблюдали все условия договора, как вы нам это обещали, мистер Эллисон. Вот как? До сих пор я всегда соблюдал все условия. И они научились обращаться с деньгами. Я не виноват в этом. Если ваших вождей убивают из-за того, что они мошенничают, или они погибают от алкоголя, то в этом я тоже не виноват. Неправда! Индейцы раньше редко умирали не своей смертью. Я не шериф. Убийство — это его компетенция. Вот деньги Шошонов, которые вез им Ястреб. Как они к тебе попали? Я бы не хотел пока об этом говорить. Наконец, приятная новость. Вот у меня договор. Давайте еще раз его прочтем. Напомню, кто его подписал. Голова Буйвола, Черный Барс, Томагавк, Ястреб, Стрела, Капкан, Лиса, Коршун. К сожалению, пятерых последних уже нет в живых. А трое ваших вождей продали их долю. Причем продали ее мне лично. Неправда. Пусть будет неправда. Право на долю имеет лишь подписавший договор. Только тот, кто подписал его, ясно? Если один партнер умирает, его право теряет силу. Только так и не иначе. У вас еще три доли. Договор дал вам право бурить нашу землю и добывать из нее нефть.
Но вы забыли, земля принадлежит нам. Этот договор приносит бледнолицам братьям богатство, а народу шушонов горе и смерть. Dann ist dieser Vertrag Betrug. Hallo, Jesse. Ich hoffe, Sie wissen, worauf Sie sich mit dem Stern eingelassen haben. Das hat mir der Sheriff auch gesagt. Aber ich hoffe, der Stern wird mich schützen, wenn Sie nicht da sind. Vielen Dank übrigens nochmal. Куда вы, Джесси? Бегу за доктором. Джинни пришел в сознание. Так что же вы молчали? Правда, Легерет мой друг, но мужчина в моем положении – это самый настоящий клад. Советовал бы тебе остановить свой выбор на мне. Я не смогу от тебя убежать. Зато мне легко будет это сделать. Hello, Кэрол. Hello. Как он себя чувствует? Ничего. Оставьте, пожалуйста, нас с ним одних. Благодарю, Кэрол. Hello, Джинни. Меня зовут Говард. Как видите, решил попытать счастье. Не думал я, что вы так скоро выкарабкаетесь. Ах, вот как. Выходит, это я тебе обязан жизнью. Я бы сказал, скорее тому, что пули прошли на два пальца выше. Да, ты прав. Это тоже кое-что значит. Виски? Да, Джинни. Вы не знаете, кто бы мог стрелять в вас? Нет. Если краснокожие откажутся охранять нефтяную скважину, я думаю, что сумею найти людей посговорчивее. Но не из тех, кого я разыскиваю. Я иногда плохо сплю. И в таких случаях стараюсь ночью гулять. И кое-что вижу. Или, вернее, иногда кое-кого встречаю. Например, черного томагавка. Он довольно часто заглядывает к Эллисону. Но только через черный ход. Эй, Бен! О чем ты беседовал с Черным Барсом? Он сказал, чтобы я поблагодарил Криса за деньги, вообще... Кэрол, ну что я говорил? Джинни либо поправится, либо умрет. У кого здесь есть 60-й, Генри? Генри, подожди-ка. Я что-то об этом слышал. 60-й Генри. Нет, хоть убей, не могу вспомнить. Лучше у Бена спроси. Угу. Он иногда видит и слышит больше, чем можно предположить. И очень честный малый. О нашем разговоре никому ни слова. Разумеется. Что такое? Я не позволю. Джинни сейчас слишком слаб. Джинни, старина, привет. Счастливчик, вернулся с того света. Ну ничего, скоро поправишься. А пока ни о чем не думай. И набирайся сил, дружище. Ты еще не был у нефтяной скважины? Нет, я был на пути туда, когда узнал, что Джинни почувствовал себя лучше. И решил, что ему необходимо представить его преемника. Да. Хорошо, что он твой помощник.
Алло, Говард! Черт возьми, звезда шерифа. Какая быстрая карьера. Эй, Тонайк! А? Пойди-ка. Я слушаю. Продолжай. Пойдемте в контору. Что случилось? Мой брат Маленький Орел и Серый Лось несут цвета войны. Они приехали из Виндрова. Их гнев упал на тебя и на голову Буйвола. Они хотят устроить поджог у бледнолицых. Я бежала к тебе, но они схватили меня. Ты должен остановить их. Они навлекут беду на племя шошонов. Жди меня у красных камней. Да, такой шнур хранится на моем складе. Довольно странно. Ключ я не выпускаю из своих рук, клянусь честью. Держу пари, это проделки одного из твоих краснокожих друзей. Дай им волю, они взорвут нас всех. Не следует так много пить, Тонайк. Тебе-то что за дело? Тоже проповедник нашелся. Ты заботишься о моем здоровье? Можешь мне поверить, за свои проповеди ты когда-нибудь заработаешь несколько грамм свинца в лоб. Я могу идти? Конечно. На сегодня хватит. Спокойной ночи. Почему ты так к нему относишься? Не нравится мне этот тип. Он целыми днями торчит у краснокожих. Интересно, о чем он с ними разговаривает? Будь на то моя воля, я бы не церемонился с этим краснокожим сбродом. Советую вам, Тонайк, в следующий раз выбирать выражение в моем присутствии. Вы-то что злитесь, Говард, а? Вы же белый. Все в порядке. Охрана на своих местах. Благодарю. Что ж, пора спать. Вы здесь? Что там случилось? Нет, нет, ничего. Alles in Ordnung. Алло, шериф. Алло, Кэрол. Как себя чувствует наш больной? Не очень хорошо. Поднялась температура.
Когда вернется Говард? В чем дело? Джинни о нем спрашивал. Джинни? Нет, нет. Я просто хотела узнать у Говарда, когда ли Гэррет приедет. Анекдот о девушке и черте, знаешь? Знаю, ты уже рассказывал. А, что? Тихо. Попробуй только пикнуть, и тебе уже не избежать того света. Зачем это пришло? О, сущий пустяк. Я только хотел спросить, где ты спрятал свой документ на владение землей. Итак, слушай. Не понимаю, о чем ты. А, вот что, не понимаешь, о чем я говорю. Действительно, это трудно понять. Когда наша компания начала искать нефть в индейской резервации, какой-то неизвестный купил за бесценок всю землю северо-западнее Бехкорна. Но ты, конечно, ничего не знаешь, да? Потом стало известно, что нефтеносные слои лежат именно в той стороне Бехкорна. Тебе это тоже неизвестно, да? А то, что этот незнакомец сегодня сказочно богат, тебе известно? Und nun finde ich, dass du für so viel Dollars schon ein wenig alt und krank bist. Also, wo hast du das Papierchen? Hm? An wem weißt du das alles? Spielt doch keine Rolle. Also. Я ничего не скажу. Что ж, пеняй на себя. Ein Überfall. Brandstiftung an meinem Öl. Das ist ungeheuerlich. Brandstiftung. Не пытались поджечь мою нефть. Так проучу этих краснокожих мерзавцев, что... Уверен, что там был черный барс? Да, и с ним маленький орел. И ты был один? Да. Без свидетелей. А. Почему же ты их не убил? Убить? Они убежали. Разве я мог? Ружье гроб большой шум. Зато стрелы бесшумные. Да ты просто струсил. Я плачу тебе деньги, ты пьешь мое виски и мечтаешь стать вождем шашонов. А ты что-нибудь сделал для этого? Вот, возьми и уходи. Ты мне больше не нужен. Какие взаимоотношения у вас с Эллисоном? Какие взаимоотношения? Если взглянуть со стороны, то вполне хорошие. А вообще стараемся друг друга избегать. Вы ему нужны? Да, я здесь единственный специалист. Он может только продавать нефть, но не искать и добывать. У вас есть, конечно, своя доля. Она велика? Ну, разумеется, и немалая. А в чем дело? Очевидно, по этой причине вы и приехали на Дальний Запад. Да. И поэтому тоже. Но, по правде сказать, меня влечет все неизведанное. Открытие новых месторождений. Хотя это и звучит романтично. Я все понял. Ну, я пойду. Hello, Гэррет. Hello, мистер. Как хорошо, что я вас встретил. Может быть, тогда вместе поедем в Индервис-Сити, а? Разумеется, Бен. Да, я бы хотел вам еще кое-что сказать. Пару месяцев назад мы с Джинни отправили письмо в индийский департамент Вашингтон. Но пока что ответа нет. А зачем мы туда писали? Сомневались, есть ли у Эллисона разрешение на добычу нефти. Но вы-то должны были об этом знать. Вот здесь вы можете очутиться, если не будете осторожны.
Два помощника уже лежат здесь. Советую вам прислушаться к моим словам, мистер. Много людей уже покоится тут. Потому что одни были гордые, другие слишком храбрые. А некоторые чуть-чуть дерзкие, как вы, мистер. А ты больше ничего не хочешь сказать? Да. Видите ли, в доме Эллисона скрывается один человек. Его имя Паркер. Однажды он проиграл в кости вождю шошонов и застрелил его. Потом он исчез. А недавно появился опять. Я его увидел около салуна. Решил незаметно последовать за ним, чтобы выяснить, где он прячется. Я подумал, может быть, это вас заинтересует, мистер? Какое у него оружие? Я как-то сразу обратил внимание на его длинноствольный Ремингтон и 60-й Генри. Такое оружие теперь редко увидишь. Ты не ошибся? Ну что, мистер? Тогда, пожалуй, придется осмотреть чердак Эллисона. Правильно, мистер. К чему такая официальность? Да так. Вы молоды. И мало знакомы мне. И к тому же это звезда. Вот я и решил называть вас мистер. Ясно? Ясно. У меня к вам небольшая просьба, мистер. Вот идет Джесси. С тех пор, как убили ее мужа, она часто сюда приходит. Сначала положит цветы на могилу, а потом поплачет немного. Но вовсе ни к чему молодой женщине так долго убиваться. Может быть, вы позаботитесь немного о ней, а? Но, Бен, куда же ты, Бен? Подожди меня! Хелло, Джесси! Как жаль, что я спешу, но мистер еще побудет с тобой. Держу пари, что Бен захватил вас врасплох. А, вот он, старый сводник. В чем дело? Почему вы такие грустные? Джинни больше нет. Когда Кэрол зашла к нему, он был уже мертв, а в комнате все перерыто вверх. Его убили как кролика. Я провожу ее. Всех отсюда. Сегодня ведь день получки. Сам понимаешь, даже из-за Джинни я не могу закрыть сумму. Бен, побудь здесь. Ты можешь мне понадобиться. Хорошо, мистер. Я никуда не уйду. Можно вас на минутку? Я должна вам что-то сказать. Джинни говорил со мной о вас. Вы ему очень понравились. Вполне возможно. Прошу вас, садитесь. Это я должна передать вам. Такова была воля Джинни. А если у вас есть вопросы, то сыграйте в покер с Ли Гарретом. Сыграть в покер? Да, он мне так сказал. Вот тут нарисованы какие-то непонятные знаки. А когда я спросила, что это значит, он в ответ рассмеялся и сказал, чтоб я не задавала лишних вопросов. Благодарю, ничего не понимаю.
Но думаю, что разберусь. Очевидно, обо всем этом я должна молчать. Вы умный. Если я вам понадоблюсь, ищите меня в конторе шерифа. Угу. На вот, прочти. Прочти, и сразу перестанешь ухмыляться. Через 3 дня они будут здесь. Да-да, через 3 дня самые поздние. Что тогда делать, не представляю. С тобой-то ничего не случится. А вот если они вздумают проверить меня, то тут уж хорошего не жди. Хочу тебя сразу предупредить. Если меня возьмут за горло, и ты мне ничем не поможешь, я тут же им все расскажу. У меня нет другого выхода. Я тебя вышвырну вон, если ты не заткнешь свою глотку. Среди нас, очевидно, имеется предатель. Ну что ж, какая-то свинья написала письмо в Вашингтон, в индийский департамент. Вот они и решили направить сюда уполномоченных, чтобы проверить, что в этом письме соответствует действительности. А именно? Правда ли, что мы бурим на индейской земле? О, бог мой. Ты обманул нас, Эллисон. Ты скрыл не только от нас, но и от правительства, что мы бурим нефть на чужой земле. А я, идиот, поверил тебе, когда ты всех уверял, что есть на это специальное разрешение, что пройдет некоторое время, и индейцы сами уйдут с этих богатых земель. Кем ты был год назад? Жалким оборванцем. А я тебя сделал богатым. Ты за всю свою жизнь не видел столько денег, сколько имеешь ты? Да, у меня нет. Нет разрешения бурить нефть в резервации. Но, несмотря на это, я пошел на риск. Я обогатил вас. Вы на меня молиться должны. Что такое? В чем дело? Что с тобой? Что ты задумал? Его в реку. Течением его отнесет вниз, и там никто не заинтересуется дохлым краснокожим. Я с вами больше не хочу иметь никаких дел. Будьте вы прокляты. К черту деньги, к черту все, забирайте мою долю. Я больше не хочу иметь к этому никакого отношения. Кто-то забрался в отель через окно. В какое окно? В левое. От крыши. Это комната Кэрол. Наверху. Говори, где документы, Джинни?
Я не видела его лица. Не могу сказать, кто он. Он спрашивал документы Джинни. Вы хотите мне помочь, Кэрол? Да. Запрягите утром лошадей и поезжайте к нефтяной скважине. Расскажите Ли Гарретту, что здесь произошло. Поняли? Да. Хорошо. Ему удалось бежать, но в него стреляли. Стреляли вон из того окна. Вот как. Там живет Джо Кейн. Он работает у Эллисона. Идем. Ни к чему, чтобы нас видели вместе. Тебе не надо так часто сюда приезжать. Это опасно для нас обоих. В детстве мы вместе боролись с опасностями. Ха, сколько лет назад? 12 зим. Черный томагавк куда-то исчез. Он предает нас. Наверное, Эллисон хорошо ему платит за предательство. Что нам еще предстоит сделать? Халло, кто здесь? Халло! Факелы скорее! Держи. Сматывайся. У нас был большой совет. Молодые воины снова мечтают о победах отцов. Они забывают, к чему все это привело. Что же вы решили? Совет решил, что мы должны порвать с Эллисоном. Но голова Буйвола не знает, как быть дальше. Голова Буйвола. Как давно я не видел нашего отца. Als er hörte, dass du zurückgekommen bist, hatte er nasse Augen. Немедленно уходи, а то тебя заподозрят еще. Я буду недалеко. Я говорила, что индейцы приносят нам несчастье. А ведь Маклорен делал для них только хорошее. Вот и получилось это. Это стрела черного томагавка. Совсем недавно он мне подарил такие же. Это он. Ищите томагавка. Эй, люди, идите туда! Он здесь прячется, я его видел! Подождите! Не убивайте его надо судить! Слышите, его надо судить!
Они обезумели. Подожди, Бен. Он был убит еще раньше. Кать привел уже в мертвого томагавка. Себе получше стрелка в следующий раз. Не понимаю. Не притворяйся. Ну, хорошо. Надеюсь, ты не забыл, что документ жене принадлежит нам обоим. Таков был уговор. Да, но где он? Бочка с водой кончилась! Тащите ведра с водой! Выливайте сюда! Идем, Бен. Надо поговорить с Эллисоном. Да. Вам что-нибудь говорит имя Паркер? Ну? Да, конечно, это преступник, которого разыскивают. Вы ничего не будете иметь против, если я осмотрю ваш чердак? Нет, нет, пожалуйста. Надеюсь, вы все хорошо обдумали. Еще бы, с вашего разрешения. Отдаешь себе отчет, кого ты подозреваешь? Разве я подозреваю Эллисона? Как ты мог подумать? Я попросил бы тебя пойти со мной. Бегите! Бегите, сейчас все обрушится! Бегите! Эй, Паркер, я знаю, что ты здесь. Именем закона спускайся сюда. Эллисон, поднимайтесь наверх. Свежие? Не успели выпить. Это рабочие оставили, они чинили крышу. Ах, вот как. Угу. Можете сами убедиться. Ну, что же вы, продолжайте осмотр. Извините. Эллисон. Это ошибка, меня навели на ложный след. Обижайтесь на меня, мистер. Но я чуть-чуть беспокоился за вас. Почему ты не спрашиваешь, был ли там Паркер? А зачем спрашивать? Я же знаю, что он там. Он сидел на корточках на стропилах. На стропилах? Джесси. Откуда это? Кэрол мне дала. Она у себя в комнате нашла. Постойте, это ведь звезда шерифа. Да, это звезда шерифа Джексона. Шериф Джексон.
Бен, итак, я надеюсь, ты понимаешь? О чем вы говорите? Привет, Джесси. Ну как, Крис, ты пережил свою неудачу? Ничего, не расстраивайся. Бен, подойди-ка. Завтра утром отвезешь Джесси в резервацию. Скажи черному барсу, что я позже приеду. Пойди, приведи мою лошадь. Завтра утром, вот еще. Но что я буду делать в резервации? Там ты будешь в безопасности. У индейцев? Ты что, ты имеешь против индейцев? Nein, nicht direkt, aber... А so, ja. Я тебе не сказал. Я ведь тоже индейец. Моя мать была белая. Но у черного барса и у меня один отец. Голова буйвола, вось шашонов. Хочешь их убить? И думаешь, что они будут тебя ждать? Они сами тебя убьют. В спину. Но если даже ты их всех уничтожишь, чего ты достигнешь? Ты меня для этого позвал, да? Нет. Мне нужна твоя помощь. Я так и понял. Wenn du jetzt von mir verlangst, sie nicht zu töten, wäre es besser gewesen, du hättest mich gar nicht erst gerufen. Das ist die ganze Wahrheit. Мы с тобой братья. Ты с матерью жил среди бледнолицых. Но когда они тебя спрашивали, кто твой отец, ты им не отвечал. Ты убьешь и скроешься, где захочешь, в горах или в городе бледнолицых. Но племя твоего отца не сможет последовать за тобой. Мы должны остаться здесь, на земле отцов. Охотится за тобой. Мы должны опровергнуть все обвинения, которые выдвигают против нас. Это все слова. Где деловые предложения? А что, если уничтожить вышку? Все подумают, что это месть индейцев, так же, как убийство Маклорена. И тогда любую комиссию будут интересовать не жалобы индейцев, а только нефтеразработки. Мы продавали нефть направо и налево. Боюсь, что в Вашингтоне стало известно об этом. Подкупите комиссию, мистер Эллисон. А заодно может удастся заполучить и землю Джинни, которая так богата нефтью. Неплохая идея, Скотт. Как по-твоему, Хэнк? Сейчас по дороге я обогнал почтовую карету из Вашингтона. Тебе придется ее встретить, Майк. Я поеду в хижину Джинни. Но я хочу быть честным. Пусть со мной поедет Скотт или кто-нибудь другой. Выбирай сам. Скотт. Хорошо. Мы найдем документы и сразу вернемся. Я тебя всюду найду. Я в этом и не сомневаюсь. Не спускайте глаз Криса Говарда. Слушаюсь. Отправляйся немедленно к нефтяной скважине. Пусть инженер очистит лагерь. Потом все сожгите. Индейцев уничтожьте. А если нам Гаррет помешает?
Постарайся что-нибудь придумать. Приветствую вас, Виндерли Сити. Черный томагавк не убийца! Он убил предателя, но не убийца! Лицаристам все равно, кого убивают! Они ненавидят нас! Они хотят нас всех убить! Тише! Вы не имеете права оставлять нефтяную скважину. Мы не хотим охранять бледнолицых, которые приносят нам смерть. Вы не должны были самовольно нарушать договор с бледнолицами. Не должны самовольно оставлять лагерь. Кто все время нарушает договор? Кто убивает наших вождей? Бледнолицы! Братья, сейчас не время о наших ошибках спорить. Да, бледнолицые нарушают договор, убивают наших вождей. Какой толк от того, что мы будем бороться с ними оружием? На их место придут другие. Нефть добывают на нашей земле. Значит, нефть наша. И мы должны ее охранять. Белый вождь из Вашингтона направляет сюда своих людей. Они приедут, разберутся и поймут, кто во всем виноват. И тогда мы потребуем свои права. Бери людей и едем к нефтяной вышке. Хорошо. Едем к нефтяной вышке! Рад тебя видеть, сын мой. Ты навсегда к нам вернулся? Не знаю. Сыновья почему-то думают, что их отцы поступают неправильно. Прошу тебя, останься у нас. Прошу прощения, мистер. Извините, я не совсем понимаю, что вы задумали. Охранять нефтяную вышку. Мне надо у вас кое-что спросить. А что такое? Тут случилось? Джек хотел здесь распоряжаться, но я ему не позволил. И хорошо сделали. Ему не следует доверять. Что приказал Эллисон? Немедленно освободить территорию и все поджечь. Вас? Я же сказал, немедленно освободить территорию от людей и все поджечь. Нет, Танайк. Пока я еще распоряжаюсь здесь. Я не позволю сжечь оборудование. Что же, в таком случае я должен поставить вас в известность, что я беру на себя выполнение ваших обязанностей. Все в контору. Ли, а ты? Скорее. Стой, Танайк. Руки за голову и не поворачивайся, иди ко мне. Эй, люди, Легер отряхнулся. Он думает, что нефть ему принадлежит. Но господин Эллисон отстраняет Гэррика. Я не собираюсь шутить. Иди сюда.
Слушай, ты должен здесь все поджечь, если я погибну. Стреляйте! У него факел. Ну что вы возитесь? Стреляйте в цистерну! Поджечь цистерну? Тогда мы погибли. Сейчас здесь чертям жарко станет. Danke, Howard. Ohne Ihre Hilfe wären wir hier alle nicht lebend rausgekommen. Bringt sie hinter den Felsen und bewacht sie dort. Hier haben Sie auch so einen. Wir могли бы сыграть в покер. Такова была воля Джинни. Ставка уж слишком высокая, Крис. Они похожи, как близнецы. Джинни сделал вас своим наследником. Теперь вы мой новый компаньон. Я рад. Здесь много нефти. Да. Я знаю. Но вы даже не представляете себе, как мы богаты. Вы мне предлагаете богатство и дружбу. В наше время это редкость. Мы опасались, судя по сообщению Эльмара Джинни, что фактов будет гораздо больше. К интриги завистников. А как дела с добычей нефти на новом участке? Не понял. В письме Эльмара Джинни сказано, что он и инженер Ли Гэррит купили все земли северо-западнее Бигхорна. А не вы? Хотя вы всячески старались уверить меня в этом. Не правда ли? Из-за вас мы потеряли время и деньги, господин Эллисон. К сожалению, мы в вас ошиблись. Сейчас, я думаю, переговорить с инженером Ли Гэррэтом, и если мы с ним найдем общий язык, возможно, что и вас куда-нибудь пристроим. Прикажите снять вывеску с вашего дома. Шериф, ну что вы так долго там копаетесь?
Неужели до сих пор ничего не нашли? Ничего, один черт знает, куда он их запрятал. А, не падайте духом, шериф. Хотя мне уже порядком надоело торчать здесь. Что будем делать, если вы ничего не найдете, шериф? Что-нибудь придумаем. Шериф, кажется, сюда едут какие-то люди. Я только сейчас заметил их. Скажешь мне, когда подъедут ближе. Эй, вы, бандиты! Это моя земля! Спокойно, не поднимайтесь, иначе можете поплатиться жизнью. Джексон! Выходи оттуда! Я же знаю, что ты там! Немедленно выходи! У тебя есть только один путь! Через дверь! Чего ты хочешь? Ты проиграл. Сдавайся. Я отвезу тебя в Виндрове-Сити. Бросай оружие. Ты за все ответишь, Джексон.
это я.